Приветствую вас. Я думаю, что справедливо будет сразу сказать, у вас не дружеские отношения с другом, потому что есть флирт. Дружеские отношения флирта не подразумевают. То есть тут вы уже, на мой взгляд, путаетесь, вот. То есть дружеские отношения, если они действительно дружеские, они не подразумевают флирт. Вот. Второе. Значит, как бы то, что сделал ваш друг или мужчина ваш, на мой взгляд, нужно рассматривать именно с точки зрения контекста. То есть необходимо понять контекст, в котором ваш друг действовал. То есть, грубо говоря, обвинить, например, его и сказать, что он к вам, там, ну, с неуважением отнесся в этой ситуации, конечно, легко. Вот. Но, на мой взгляд, важно именно здесь не скатиться в обвинение. Ну, простое обвинение. Это очень важный момент, на мой взгляд. Так что, давайте постараемся понять именно контекст, в котором действовал ваш друг. Конечно, в идеале было бы хорошо, если бы вы спросили бы его самого о том, почему он так поступил и что он вообще хотел этим сказать, ибо друга-то своего вы знаете лучше, чем мы, вот. Но мне все же думается, что это все-таки больше чувство собственничества, вот. Я не могу так однозначно относиться к собственничеству, как к неуважению, да, я не могу так однозначно относиться к нему, потому что мне сложно назвать чувство собственничества, ну, априори неуважением. То есть, если человек, к примеру, воспитан в определенных ценностях и считает, что, допустим, по отношению к женщине нужно вести себя как собственник, вот, то можно сколько угодно говорить о том, что это чувство собственничества, но как бы вряд ли сам человек так считает, потому что у него вот такое воспитание. То есть я хочу, чтобы вы вот этот момент поняли правильно, что неуважение это всегда если можно
так сказать, сознательная история. То есть, ну, чтобы человека не уважать, да, нужно сознательно к этому стремиться. Нужно сознательно стремиться к тому, чтобы относиться к нему без уважения. А при чувстве собственничества речь идет об определенном восприятии женщины, просто об определенном восприятии женщины без как такового заострения внимания именно на неуважение к ней. Конечно, разные бывают отношения, безусловно. То есть, бывает, когда действительно неуважение и чувство собственничества идут рука об руку. Такое действительно случается. Но, на мой взгляд, это, во-первых, не всегда совпадает. Вот. А во-вторых, чувство собственничества, оно разным бывает. Вот. То, что вы описали, вот эта ситуация, которую вы описали, это одна ситуация. Именно одна ситуация. Ее, я считаю, нельзя рассматривать как проявление какого-либо отношения к вам. То есть, ее нельзя рассматривать как показатель отношения к вам, мужчина. Один эпизод, он, в общем, ничего не значит. Это значит, он может значить только то, что вы, к примеру, себе не уверены, он может значить только то, что вы сами по той или иной причине опасаетесь неуважения, что вы сами можете сомневаться в том, достойны ли вы уважения и так далее. Вот, с точки зрения психологии, так это оценивается. Но по одному эпизоду говорить о том, что человек как-то к вам относится, даже если он действительно проявил неуважение, даже если это действительно неуважительный поступок, даже если это действительно было собственничество, вот, что по одному поступку судить об отношении человека, мне кажется, преждевременно. Преждевременно, особенно если вы дорожите человеком, особенно если он вам дорог, особенно если он для вас ценен, вот, особенно если вы не хотите его терять. Поэтому здесь оптимальнее всего, да, не у психологов спрашивать, что это было, а поговорить с мужчиной, как есть, выразить ему свою позицию. Как есть. Вот как есть, так и выразить свою позицию. Вот. Сказать, что вам, например, неприятно. Вот. Сказать, что вам
не нравится. Сказать, что вы не хотите так больше. Ну, чтобы он так делал, да. Вот. Донести до него свою точку зрения. Потому что может быть такая история, может быть так, что мужчина не подозревает о том, что вам что-то не понравилось. Мужчина может быть и не подозревает о том, что вам что-то не по душе. Ну, просто потому, что мужчины, они могут чего-то не заметить. Это нормально, к сожалению. Не говорю, что так должно быть. Но, как бы, очень часто это происходит. То есть мужчина совершает какой-то поступок. И он даже не понимает, что женщину, например, в той или иной степени, это задело. Не понимает, что женщину это обидело. Она молчит, не говорит. Ждет, когда он сам додумается. А мужчина, он не всегда может додуматься. Вот. Поэтому... Если вам человек дорог, если вы не хотите его терять, если отношения с ним для вас важны, вот, то не надо ждать. Не надо ждать. Не ждите. Как бы. А, просто возьмите, как бы, дело в свои руки, вот. И донесите до человека, как с вами нельзя поступать, чтобы он это понял. И чтобы больше такого по отношению к вам не допускал. И вот если после этого, после того, как он... Как он узнает о том, что вам неприятно. Вот. Вот если после этого он все равно будет так поступать, то вот в таком случае уже можно говорить о том, что он действительно относится к вам без должного уважения, что он действительно вас либо не уважает, либо у него чувство собственничества. Ну, про чувство собственничества я уже сказал, оно бывает субъективным с точки зрения человека и объективным. Вот. Как к этому относиться, это уже вам решать. Это уже вам решать. Вот, в принципе, то, что я могу вам ответить, исходя из того, что вы написали. Вот. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.